Мастер, благодарю тебя. Тебе за твой свет, который ты проливаешь. И любовь. Мастер, у меня вопрос. Говорилось, что нет выбора. Что все просто есть и нет, кажется происходящим. А у меня вот вопрос. А что такое тогда намерение? Существует ли оно? Или в чем заключается вообще та работа, которую делать нам во всем этом? Вот намерение – это такое слово, которое возникло в твоем уме и определило импульс, который возник в сердце в твоем. Импульс просто возник. А твой ум, он обозвал это намерением. Понимаешь? И он словно спекулирует этим, как бы говоря, что это ты, что это твое намерение. А импульс этот просто возник. Просто? Конечно, просто возник. И он, понимаешь, он зафиксирован органами чувств, зафиксирован. Но он же возник до того, как он зафиксирован был, понимаешь? А после того, как он зафиксирован был, он еще и назван был намерением. Твоим умом. Понимаешь? А что такое это на самом деле? Вот и посмотри. Что это? Никакое не намерение. Это просто какой-то импульс, который просится как бы вот в реализацию. Ну, проявиться. То есть некие скрытые тенденции ума, которые поднимаются на поверхность. И на это никак не повлиять, оно просто происходит. Конечно, конечно. Ну как ты можешь повлиять на сидя в кинотеатре, как бы на то, что происходит на экране? Ну ты сидишь в кинотеатре перед экраном, там кино показывается. Ты можешь повлиять на это как-то? Нет, нет. Так и тут. Нет возможности никак повлиять на то, что на пленку уже снято кино. Ты будешь сидеть и говорить, что это вот намерение, на экране увидев там, и называть это там что-то, что происходит. Вот у него было намерение, а он просто действует там так, и все. На экране, понимаешь? А ты будешь это объяснять, сидеть. Но повлиять не можешь. Как бы ты ни объяснял, что бы ты об этом ни думал, оно все равно будет крутиться, понимаешь? Пленка будет крутиться и будет кино происходить. Так, как происходит. Это то как... есть блики на воде, они, блин, ну они сами происходят, понимаешь? Просто потому что что? Потому что есть океаны, есть вода, да? И солнце светит на него. Ты видишь эти блики? Ты можешь на них повлиять? Не можешь, конечно, потому что они просто происходят. И их нет в реальности, то есть они видимость. Понимаешь, точно так же, как нет никакой реальности на экране в кинотеатре. Той, которую ты видишь как драматургию, как некое кино, ее нету. Просто свет падает на экран. А тебе кажется, что там что-то происходит, потому что ты теряешь экран из вида. И начинаешь вовлекаться благодаря своей вот этой обусловленному восприятию. Понимаешь, что то есть ты узнаешь на экране фигуры, ты видишь, что это мужчина, он говорит на русском языке, или там с женщиной общается, или еще что-то. Понимаешь, вот это твое обусловленное восприятие рассказывает тебе, что там как будто что-то происходит. А там ничего не происходит и не происходило никогда. Так эта готовность, она, вот эти импульсы, они просто как-то естественно возникают. Откуда? Естественно, конечно. Конечно, естественно. Они сами по себе возникают. Ты не оценивай ничего. Это. Не оценивай, не давай никаких
определение этому. Это ключ к блаженству, ключ к абсолютной свободе. Благодарю, мастер. Потому что станьте как дети, понимаешь, вот как дети. Дети же не воспринимают это как намерение, да, вот он там вскочил и побежал, понимаешь? Он тебе не будет объяснять, что у него намерение сейчас вскочить и побежать. У него нет никакого намерения, он встал и пошел. Почему? Потому что возник этот импульс, просто возник, он вышел на поверхность и все. И для него не отложится никакой концепции в связи с этим, понимаешь, в памяти. Он потом не будет своим детям рассказывать, что он сидел там, создавал намерение для того, чтобы встать, потом побежать, сесть там куда-то в песочницу, начать играть там и так далее. Он это просто происходит так и все. Нет этому никакого объяснения. Более того, кажется происходящим, понимаешь, вот оно в чем дело. Можно просто радоваться этому и все. Да, конечно, чистая радость, чистое блаженство и есть отречение от того, что происходит на экране. То есть прекращение вовлечения в эту драматургию. Понятно? То есть когда ты вот сидишь в этом кинотеатре, и вдруг этот фильм перестает быть для тебя драматичным каким-то или еще каким-то, то есть там ничего не происходит. Когда ты увидишь, что там ничего не происходит, ты увидишь сам экран. Увидишь просто свет. И в этом не будет никакой обусловленности, понимаешь? Просто радость присутствия будет, вот и все. То есть ты обнаружишь вот эту изначальную свою природу, присутствие, чистое присутствие. И ты обнаружишь, что все, что вот это вот на экране тебе кажется происходящим, оно просто в тебе, как будто бы какое-то движение. И пытается тебе выложить какие-то концепции, понимаешь, о том, что там человечество, оно, значит, проходит какой-то путь там, или еще что-то, понимаешь? Все это исчезнет. И останется чистое восприятие, где ничего не происходит, понимаешь, вообще. То есть благоухание, вот когда ты идешь по саду, как бы оно просто запах какой-то, вот аромат останется от этого. Понимаешь? И больше ничего, то есть просто это будет восприниматься как благоухание. Ничего не говорящее тебе, понимаешь? Никакое. Сейчас так воспринимается, благодарю, мастер. Вот. В этом вот этот ключ, источник чистого блаженства. Источник освобождения, когда прекращается обусловленное восприятие, когда прекращается объектно-субъектное восприятие, понимаешь? Когда ум перестает рассматривать что-то как что-то. И тогда оно все предстает таким, какое оно есть, просто видением, которое вот, ну, кажется происходящим. Миражеобразное, понимаешь, миражеобразное, оно тебе прямо здесь, рядом с мастером, с истиной, оно тебе показывает себя, говорит, что я вот такое, слабое, я как бы сейчас вот и вот уже могу исчезнуть, понимаешь? Испаряется, чего-то там бликует как-то, то есть слабеет, оно тебя не слепит. Понимаешь, когда у тебя стойкое ощущение мира, то есть у мирянина, когда стойкое ощущение мира, это говорит об ослеплении. То есть ты ослеплен этими бликами и принимаешь их за реальность. А ослепление смягчается, исчезает как бы и гаснет эти блики становятся менее яркими, скажем так. Понятно?
Вот и все. Благодарю. Ну ладно.